85-й день рождения отметила почетный гражданин Ленинского района Антонина Ивановна Головистикова. Большая часть ее жизни связана с работой в Молокове. Она проделала путь от пионервожатой в школе до председателя сельского совета. С юбилеем Антонину Ивановну поздравили друзья и, конечно же, бывшие коллеги. Антонина Ивановна проработала в Ленинском районе 48 лет. 24 года она отдала Молоковской школе и столько же местному сельскому совету, где была председателем. Говорит, историю своей жизни представить иначе просто не может. Именинница любит вспоминать молодые годы, хоть и не всегда было просто. Нелегко, конечно, 24 года быть у власти. Но всегда старались и думали о людях, для которых можно было сделать так, чтобы жизнь их была более комфортной. Юбиляра поздравил заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев, который хорошо знает, как работала Антонина Ивановна. Это человек, у которого надо до сих пор учиться. Своим трудолюбием, своим отношением к делу, своим патриотизмом. Она правильно сказала, вот... Мы сейчас много говорим о благоустройстве, а ведь все она здесь начала. И газификации, и электрификации, да, и дороги, и жилье. Все это был при Антонине Ивановне. Замечательный человек. Алексей Петрович также вручил Антонине Ивановне памятную медаль в честь 90-летия Ленинского района.